Ну что ж, всем йоу, у нас практически конец июля, как быстро прошло лето. На стульчике-то сидишь, мальчик. У нас как бы, опа, чё, Женя плачет. Там охрана стоит на стрёме. Ну что ж, всем йоу, у нас практически конец июля, как быстро прошло лето. Мы гуляем сейчас с Дакарушкой, с Аидушкой, сейчас я вам их покажу. Ой, у нас сладкий пес Дакарушка. Его братец Руфа, точнее, хороший друг, пока восстанавливается после операции, а там вдали, конечно же, бегемотик наш Аид. Дакар ждет своей очереди на покушать, но я сейчас его угощу. Дакар, ты сладкий мальчик? Высиди. Ням. Господи, ну вот спокойно собака ходит. Вот дурачина. Рай, ты дурачина? Откуда у тебя на пузе дырочка, а? Жопендра. А кто такой зайчик? А кто такой зайчик? А кто такие зайчики? У нас еще Света, конечно, я не знаю, она зайчик или нет. Решайте сами. Пишите в комментах, Света зайчик или нет. Иди скорее, я тебе что дам. А я тебе что дам? А я тебе вкусняшку дам. На, скорей. Ой, вкусно, вкусно. Там у нас Фабьен. Ой, извините за пересвет, за свет. Фабьен гуляет со Светой. Видите, рядом почти идет. Красавчик. Радуюсь его успеху. А если вы вспомните, раньше Фабьен, где-то год назад, выезжал в клетки. Вот что делает социализация с собаками. Офигеть, Кара, ты чё? Ты от Питера отлип? Офигеть, сепарация. Ничего себе. Что ж, к сожалению, у нас в приюте дождь. Если меня не будет слышно, я запишу отдельно голос. Как бы гулять не выпускают, я пришла к ребяткам посидеть, покормить. Волонтеров погода плохая не смущает, потому что они нас всегда ждут. Кстати, Манечка со своими соседями, они оба боятся. Которая сейчас зевнула, это Аля, она девочка. А тот, который пригибается, это Вагнер, он мальчик. Они, к сожалению, девочки. Немножечко с особенностями. И маняшечка моя. Ай, маняшечка моя. Вот как они скучают. Смотрите, села. Ты моя зайчка, ты скучала, солнышко? Ой, как ты скучала, моя хорошая. Да, колбулечка. Зюзюшка моя. Сладкая собака. Да. Вот Питер тоже скучал. Да, и Каратус. А еще нам Кликошку вернули. Клико, ты куда убежал-то? Кликося? Вот оно. Ее привезли из больницы. Да. Вот, видите, как они любят корм? Перевернули нахер это говно ссаное от государства. Спасибо, пожалуйста. Здрасте, до свидания. Короче, мы еще миньоны. Это правда серый миньон. Типа как будто бы дождь поменьше стал. Мы решили вырваться погулять с 21-м, блять, но надеюсь, мы успеем хоть немножечко. Поэтому Адальезе, Айделло, мы все гуляем. Господи, спаси и сохрани, а, пожалуйста. Погулять у нас, естественно, получилось минут 10, максимум 15. Зарядил опять дождь. Сейчас я откисну волонтерки, перекушу и пойду кормить всех остальных ребятушек и сидеть с ними в вольерах. Лето, конечно, классное, просто пиздец. В кавычках. Видите, какие они солнышки? Это Рорюшка из 45-го. Это Касуми из 45-го. Пенечка, покажись. Пень. Это Пенни из 45-го. А это мой слепыш Бель. Он уже старенький, ничего не видит. Я прихожу его кормить и ребят заодно всех. Да? Вы сладуны? Ой, Рори, кстати, у нас плюсун.
Он все время пляшет, когда я иду. Сладушки. Да, ой! Ну чего ты, малыш? Ты скучаешь тут в дождик, да? Сладун, сладун. Да ты туша, мне тяжело тебя держать. Вон какой кабан. Кабанидзе. У нас соседи Фабиена. Аргусик, Бубусик, Димера, да, Бон, который вечно у нас всех тут стращает. А Фаба наш, засранчик, сидит в зернике. Ну чего ты тут сидишь-то? Ну чего ты боишься? Я же здесь. Чего ты боишься? Ты же сладунчик, ты же сладунчик. У меня сегодня все сладунчики. Бон носится, как всегда. Так, я тебе дам сейчас обижать Фаба моего, ага. Малыш. Да, зайчик мой, что у тебя здесь? Сладун, да. Димоныш, да ты мальчик сладкий. Да ты сладкий, да, да, ребенок. Смотрите на это. Ну кто ты со мной рядом сидит? А? Райдосик, ты рядом со мной тут на стульчике сидишь? На стульчике-то со мной сидишь, мальчик. Да, вот он. Сел и сидит. Да привет, дружище, привет. Привет, дружище. Ты скучал? Ой, господи. Ты скучал, малыш? Да. Да, мой хороший. Ой, как красивый. Ой, какой он сладкий. Это у нас пятый вольер, кстати. Тут живет Райдер, Лагертушка, Бентли, которая не выходит, и в зимнике сидит Дюша пушистый. А у нас как бы, опа, чё, Женя плачет. У нас август уже, блять, конец уже августа, а я все еще не выпустила этот выпуск. Мы гуляем с 57-м со всеми. Колбася у нас на самовывозе, хотела сказать, на самовыгуле. Питера мы придерживаем на всякий. Зашитая клекошка, ну, карат, как всегда, щемится. Смотрите, какой у нас прогресс с каратом. Он теперь не щемится, он даже стоит. Как будто бы даже удовольствие получает. Но это не точно. Что у нас тут происходит? Колбаса. Я надеюсь, ты ищешь клад, чтобы закрыть мне ипотеку? Колби, ты охотница? Ну покажи, покажи лицо свое. Черная собака. Колби, иди сюда, покажись. Господи. Там охрана стоит на стреме. Мы теперь пойдем в вольер. Можешь рассказать, пожалуйста, как это теперь выглядит? Чтобы на охране скажут, что такой собаки тут нет. Господи. Ужас. Как с вами гулять, а? Райдеру нужно носиться, он активный. Эта засранка вечно где-то шкерится, все палки собирает. Я сегодня из-за них чуть в воду не упала. Вот ситуацион. Райдер активный пес. Он, значит, покупался, и все. И вот, пожалуйста, Лагерта. Ушла на тот берег и сидит. Все, говорит, не вытащите. Тут меня дергает Райдер, и я что? Правильно, чуть не падаю в воду. Обожаю. Сегодняшний день с самыми адекватными собаками пока. Остается 21-й вольер. Аита и Адалия. Шерочка с Машерочкой. Ну вот как можно не приезжать ради таких зайчиков? Бондик, Бон, Кушнарь, покажи, какой ты красивый. Все зайчики, да, и бабушка зайчик. Аргас, ты солнышко? Да, ты солнышко. Ну что ж, можно официально заявить, что сейчас лето кончилось, потому что последние выходные августа мы гуляем, кстати, Фабьенда, Фабусик, смотрите, рядом со мной ходит. Я жду Светку, она проспала, я ей даже позвонила. Погодка в целом ничего, после дождей грязновато. Говорю в нос, потому что в прошлое воскресенье вымокла намертво в приюте. Но ничего, держимся. Фаба у нас решил полежать, подкисать. Он зевает, лежит. Зайчик. Да, ты малыш. Надо что-то с твоей лапой делать. Да. Надо что-то делать. Да, такого не было, но чтобы понимали. Чтобы понимали, сегодня я Светлану будила в приют. А я как бы никогда таким не страдаю.
Мы вот гуляем наших крокодайлов вообще. А Дальчик с Аидом. А Света, ну как ты могла? Ой-ой-ой. Зато я выспалась. Ну да, тут согласна, повезло. Если кто-то вспомнит этот мем. Бят, у меня камыш. Чудеса на виражах. Все. 57-й весь. Кольбасечка! Ты сама по себе тут одна гуляешь? Питерчик, Каратус там вдалеке и Кликошка. Сейчас будем кормиться. Вот они, зайчики. Кликондр, давай тоже иди. Вырви свою ложечку. Ой, ой. Питер нам опять палочку нашел. Сам запутался. Лагерь там где-то в кустах гуляет. Светлана беременная стала. Пастбище. Пятый вольер на пастбище. Ищет самую вкусную траву. С Манечкой ловим последние лучики этого лета. Этого солнышка. Время 5:30. Эх, скоро приют перейдет на вечернее время. Будем гулять только до 5. А так, красота-то какая, лепота. Да, Мань, со мной согласна? Пойдем. Ну что ж, мы сегодня как в лучших домах Лондона. У нас красивый прикид. У всех красивый прикид. Собственно, дождь. И мы пока в дождевиках, пока не промокли. Я уже вторую неделю не могу выздороветь. Но как бы собачки. Спустя 2 года или сколько-то там я поняла, что у нас, оказывается, яблоки есть. Вот это да. И честные несчастные молодец, глаза молодец, надо видеть. Парад. Господи, парад. Ну как он ждет? Ну как он ждет, зайчик? Колбаса у нас воспитанная, она знает. Ой, умница. Питер будет сейчас крокодайл. Питер. Молодец. И Карат ждет опять, смотрите. Парад. А мне дадут? Нет, парад, иди сюда. А мне дадут? Фаба у нас красивый цветочек. Он у нас теперь откисает. Лежит на прогулках. А где-то там шарится даме по всем кустам. Вот она бежит. Красотка. Уже блеванула где-то. С ковыми собаками гуляем. Одна у нас тут немножечко покрасилась, как настоящая женщина. Рай! Вот же! Вот же! Ты не допрыгнешь? Вот же, вот же. Опа, ничего себе, красава.